Лена, здравствуйте. Значит, задача такая, как сделать домик и земной шар с одинаковыми линиями. Если бы это были просто линии, то мы бы просто вот у домика увеличили толщину. Но это у нас не линии, это у нас прорези, прорези в объекте. И так механически мы не сможем сделать их толще. Для этого нам надо по центру нарисовать линии, сделать их толще, толще, превратить их в объект и объект вырезать из домика. Давайте попробуем. Но прежде давайте разберемся, что это у нас за объект. Вот смотрите, я не могу его выделить и перетащить. Я долго не мог понять, в чем же дело. Оно перетаскивалось только если вот так вот области выделишь из-за контура. Вот. Во-первых, это не группа, это один целый объект. А у нас же как бы каждая иконочка это отдельный объект. Поэтому мы этот объект разъединим. Объект разъединить кривая. Вот. И тут я долго не мог понять, в чем проблема. Смотрите, у вас два, по два элемента в каждом месте, видите? Она от этого и не выбиралась. Поэтому давайте мы сейчас лишнее удалим, для того, чтобы начать работать. Все. Теперь объект спокойно выделяется. И вот эти составные домика мы уже объединим, не сгруппируем, а объединим в один объект. Объединение. Теперь рисуем наши линии кривой Безье. Я точно не буду, примерно по центру их ставлю. Вот так. Кстати говоря, вот этот угол сейчас визуально трудно поймать. Мы уже можем сделать следующее. Значит, я выделяю этот объект в режиме маленькой стрелочки. Выделяю точки отрезка. Ctrl-C, Ctrl-V. И у меня скопировалась линия. Очень удобно. Крашу в черный цвет. Теперь выделяю все линии. Делаю толстыми. Примерно такими. Крашу белый цвет. Правый, клавиши. Так, крыша получилась несимметричной, потому что она справа подрезана, слева не подрезана. Вот. Можно, конечно, высчитывать, но мы сделаем проще. Я просто скопировал, отразил. Дальше померил вот это расстояние. Сделаем его зеленым. И просто визуально столько же отложу слева. Все готово. Вот. Теперь приступаем к вырезанию. Да, зачем нужно вырезать линии из объекта? Затем, что вот если мы разместим цветной фон под нашими иконочками, то вот здесь у нас дырки есть. А здесь у нас вот такие некрасивые полосы. Как от них избавиться? Мы берем наши полосы. Я их беру за центр, там, где у нас проходит контур. Так, чтобы убедиться, я взял, я все покрасил. Все, теперь все взялось. Превращаю их в преобразовать абрис в объект. Теперь это все объекты, видите, по контуру. Объединяю. И вот эту конструкцию вырезаю из нижней. Сначала выделяю то, чем режу, потом шифтом тем, кого режу. И режу. О, все получилось. Эту лишнюю конструкцию мы удаляем. Вот, видите, какой хорошенький домик. Он уже брат этой иконки. А как сделать наоборот, чтобы у земного шара эти линии стали тоньше? Тут надо поступить следующим образом. Мы рисуем окружность, рисуем вот эти линии, делаем их такой же толщиной, как у домика. И также вырезаем. Все.